спрашивать, это дядя. Так, еще. А сколько такая красота стоит? Привет. Не, ничего нового. Вообще, вообще. Вот это. 1500. 20 лет, да? Да. 10. Латунь. 10, 10 пардон, лет. Да, 10 лет. 28-й год. Ой, а вот это что-то редкий, да, такой? Да, это латунь. Альплагерь Шхельда. Давали всем. Участвовал, на гору поднимался. Чё все, какой это год? 60-е года. 60-е, 70-е. ДСО, добровольное спортивное общество «Спартак», Шхельда, «Спартлагерь». Класс. А кто выдавал? Ну, а чё, Шхельда, подожди, это Германия? ДСО «Спартак». Нет, Шхельда это, честно, я не помню, где это. «Спартлагерь». Да. Ну, звучит как-то по-немецки. Шхельда, там, мне кажется, больше туда. А гвардия сколько стоит? 100 гривен. А, это нет, это стоит 300, переходной тип. Это переходной, маленькая звезда или что это? Нет, бахрома, видишь? Ну, бахрому я вижу. Маленькая. А, короткая, короткая, вот это, да? Угу. Не создание. Угу. А мешок такой? 200 гривен. Брошь. Вот, редкий, да? Это брошь. Брошь. Да. Но она же не серебряная, нет, латунная. Мельхиор. Ага, мельхиор. Дружинник красивый, они обычно это легкие, старый, да? Да, тяжелый. Да, старый. Сколько он? 300 гривен. А вот это? Советско-японская дружба. Япония, не Китай именно, да? Япония, конечно. Япония. Это, конечно, по иероглифам, понятно, да? И по иероглифам, да, и так вообще журавли. Ихняя тема. В Нагое, по-моему, они встречались. Угу. Красивая у вас подборка вот этих предметов. ГТОшки, да? Да. Все на закрутках. Нет, вот эти. На эти, да, булавки. Вот это шикарная, редкая такая. Белоруссия, да? Белоруссия, да. Спартакиада СССР. То есть она вообще проходила, да, во всех союзных республиках, ну, на, да, тот момент. Очень красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. И бритвы есть даже, да, интересно. Предметы. Ой. А можно пуговички, да, посмотреть? А в принципе их и так видно, я не буду открывать. Можно, да? А, не, ну так-то лучше, конечно. А сколько вот такая, допустим, с остатками? 150. А вот эти единичка и 27? Единичка 250, 27, 200. А 33? 250. Это пол, гарнизон, что это, как это называется правильно? Номер. Чего? Полковая. Там уже несколько было разных полков. 3-4 а? Полка. Это пожарные, но это современные, нет, да? Это Италия. Италия. Армейская. Ага. А какие года? 80-е, 90-е. Угу. Вот эту вот сними, генеральскую ниже, которая там 17 лент. Вот это, да, именно, да? 17 То есть лент, это редкая? Да, редкая, это репарация. Что не такое? Знали, как правильно ленты, понял? Ага. Сколько как. И центральную не посчитали, набили по бокам, понял, по усам. Да, 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 да. А и оставили всегда, центр получается, вот это, да? 17. Ага. То есть, а какие годы это и сколько он стоит? 50-е, 60-е. 50-е, 60-е. Класс. Что вот это за кокарда? Нет, ну да, это кокарда, да, получается? Это розетка с гусарского сапога. Вот так вот. Это боковая, да? Нет, такая боковая. Это репеёк, знаешь, с офицерского. Черные гусары на сапогах. Спереди. Репеёк. Репеёк, да. Красота. Никогда бы даже впервые слышу такое-то слово. Но остатки редкая вещь, да, позолоты состояние, да. Сколько они стоит? Фактически не попадаются. 1500. Бронза, да, с позолотой, шикарная вещь. Я, кстати, никогда не видел вообще, не то что в таком состоянии. Не попадаются, а в принципе. Убитые. Ее можно даже попробовать какой-то это, понял, попробовать раскрутить. Ага. А там даже закрутка, конечно, есть, получается. Ну да, я думал, она цельная, а не именно закрутка. Круто. Ну, как орден обычный, да, прикручивался. Да.
3-4. Конечно же, пятак 3-4. Сколько он стоит? Шо-шо? Сколько пятак 3-4? 2-600. Я представляю, сколько 33-й бы стоил. 8-600. Ну, в таком состоянии, может, 1004 до 5. Вот это красота. Льгов. А что такое 271 полк, да? 6-я рота, Льгов. 271 пехотный полк. Пехотный. Льговский полк. Львовский полк. Да. 6R, что-то такое, 6 рублей. 6-я рота. 21 номер какой-то, да, порядковый. Класс. Сколько стоит такой жетон? 2500. Угу. Слушай, ничего нет. Красота, да. Красота, спасибо.